Среди родных, друзей, коллег мы совершаем жизни бег. Смеемся, радуемся, плачем, порой сильны, порой иначе. Семья, работа, церковь, дом. Привет, как жизнь? Потом. Вот так проходит наша жизнь. Мой друг, постой и оглянись. Задумайся, пока не поздно. Был для других ты светом, солью. Увидела ли тебе семья за эти дни любовь Христа? Как ты светил, как ты солил, служил ли из последних сил? К ногам Христа спешил в молитве, или падал с ног от жизни битвы? Черпал ли силу у Христа, хранил ли в чистоте уста? На чем ты строил свою жизнь? Стремился ли при этом ввысь? Солома, сено, драгметалл, что ты для стройки жизни брал? Вопросам видно нет конца, пускай они звучат всегда. В сердцах детей Христа и будут, как звук трубы от сна, что будет. Давайте жить и не роптать, спасение страхи совершать, чтобы прожить достойно жизнь. Вопрос сердцам пускай звучит. Аминь.